1, 2, 1, 2, 3. Лемарчуку Станіславу Вікторовичу. Уважаемые участники соревнований, уважаемые запорожцы, уважаемые гости из города Запорожья, по поручению губернатора Запорожской области Петрова Бориса Федоровича передаю слова поздравления с Днем автомобилиста, а также с началом второго этапа. Слово предоставляется первому заместителю председателя областного совета Клепакову Александру Алексеевичу. Уважаемые запорожцы, уважаемые участники соревнований, не случайно на запорожской земле, земле рождения демократии, сегодня проходят эти соревнования. 31 числа будут проходить соревнования между партиями, отдельными кандидатами по мажоритарному округу, областные и местные органы государственной исполнительной местного самоуправления. И самое главное о том, чтобы победит сильнейший в сегодняшних соревнованиях по мотогонкам, автогонкам и в дорожном хозяйстве. Федерации автомобильного спорта Украины Червоненко. Добрый день, родные. Я счастье, ощущаю счастье, находясь на этой земле, которая для меня, казалось, будет ссылкой, а стала счастьем. Двумя годами счастья. Что одно из главных, что мы сделали за прошедший год, думаю, правильно, несмотря на разные мнения, это то, что мы с председателем ОСУ Украины подписали договор о сотрудничестве. То, чего добился за 20 лет независимости автомобильный спорт Украины, это без государственной поддержки, это огромный путь. И, наверное, одной из наград это является то, что на следующий год, 5 ноября в Париже, будет утверждаться, присуждается ли Украине, дается в 2011 году этап чемпионата мира по ралли, Prime Yalta Rally, этап чемпионата Европы по кроссу в Черновцах. И мы надеемся получить одно из этапов чемпионата Европы. У нас есть один флаг на гоночных машинах, и везде это флаг клетчатый. Это черно-белый флаг нашего старта и нашего финиша. Остальное каждый человек выбирает сам, и это наша политика. Я очень рад вас видеть. Я рад тому, что в Запорожье, которая была при Советском еще Союзе, когда я был в сборной СССР, кузницей Баги, где выросли такие великие гонщики, как Чеботарев и другие, возрождается автомобильный спорт. Я очень надеюсь, что вот эта традиция такой поддержки всех партий и властей сохранится, даже когда выборов не будет. Вот это будет признак высокого класса. То, что мы своим примером забираем тысячи ребят с улицы. Я очень хочу, чтобы под руководством Федерации, в контакте с ДОСАФом, мы не только уменьшили, а и приумножили. Пусть колеса крутятся под вами, а не над вами, но и по нашей традиции, джентльмены, заводите моторы.
Это второй этап чемпионата Украины, Кубка Украины по автокроссу. Федерация автомобильного спорта Украины. Объявляю открытым. Здравствуйте, дорогие спортсмены, дорогие запорожане. Сегодня мы празднуем День автомобилиста. Самая массовая профессия и самое массовое занятие. Профессионалы в автомобильном спорте – это элита автомобилистов всей нашей страны. И мы каждый знаем, что более распространенной специальности нет. Есть профессионалы-автомобилисты, которые осуществляют перевозки грузов, перевозки людей. А есть те, кто сами себя перевозят. И это автомобилисты, это тоже профессионалы. Очень примечательно то, что здесь проводится Кубок Украины, что это все в том городе, в той области, которая как бы столица автомобилестроения Украины еще в те советские времена. Мы сегодня имеем большую надежду на то, что автомобильный спорт в Украине уже выходит на мировой уровень. Президент Федерации подчеркнул, что решается вопрос о том, что будет этап чемпионата мира. А вы знаете, что это автомобильному спорту придает новый стимул к тому, чтобы он в Украине звучал по-новому. Я уверен в том, что большая часть людей, которые понимают, автомобильный спорт – это удел сильных, смелых, мужественных людей, которые в любой экстремальной ситуации смогут выполнить поставленную перед ними задачу. ДОСАВ более чем 80 лет культивирует этот вид спорта. И еще в годы Великой Отечественной войны были показаны чудеса героизма автомобилистами. Уже в послевоенное время автомобилисты решали огромные задачи по восстановлению народного хозяйства бывшего СССР. И теперь в новых условиях автомобилисты Украины тоже выполняет очень большие ответственные задачи. Заместителю Запорожского городского головы Каптюх Юрию Владимировичу. Уважаемые участники соревнований, уважаемые запорожцы, уважаемые гости нашего города, сегодня замечательный день. Сегодня замечательный день, потому что в канун праздника автомобилистов мы проводим здесь соревнования автомобилистов, второй этап Кубка Украины. Мне бы хотелось сделать сегодня напутствие, конечно, для наших запорожских спортсменов. Дорогие запорожские спортсмены, сегодня город Запорожье является негласной столицей спортивных игровых видов спорта. Мне бы очень хотелось высказать вам такое напутствие, чтобы сегодняшнее соревнование, сегодняшний этап был бы как бы точкой отсчета, когда бы мы могли бы называть город Запорожье в дальнейшем и столицей автомобильных видов спорта. Потому что все у нас для этого есть. Есть прекрасный автомобильный завод, который сегодня набирает обороты. Есть прекрасный институт, который готовит автомобилистов. Поэтому мне бы сегодня хотелось пожелать всем и гостям, и нашим запорожским спортсменам победы. Победы в честной, искренней, такой мужской борьбе. И чтобы все, что касается перспективы вашего вида спорта, конечно, власть, в первую очередь власть помогала, шла навстречу и во всех мероприятиях была вашим сподвижником. Предоставляется двукратному чемпиону Украины по автомобильному спорту Александру Григорьевичу Дариенко. Я хочу поздравить всех спортсменов, всех гостей нашего города, запорожских спортсменов, всех участников с нашим праздником, с Днем автомобилиста. Желаю всем крепкого здоровья, крепче держать свою баранку и направлять этот автомобиль в то будущее, чтобы он ехал, ехал и ехал. Я хочу поздравить маленьких детей из города Донецка, которые прибыли к нам на соревнования. Я думаю, это наша первая гонка здесь.
Но думаю, что она будет не последней. Это только начало. Лиха беда начала. Я думаю, что мы будем проводить это каждый год и, может быть, не один этап. А сейчас я хочу поздравить самого младшего нашего спортсмена. Это Кулешов Егор. Ему 5 лет. Этому мальчишке 5 лет. Это наше будущее. Посмотрите на него. И всех малышей города Запорожья приглашаем в наши секции. Вот так. Да? Эти дети 5-летние, это наше будущее. Вот это наши автомобилисты, которые понесут свой флаг после того, как мы будем уже старенькие, а они будут все нести вперед, вперед и вперед. Тебе Куба. Еще хочу поздравить серебряного чемпиона этого года, Пантелеева Олега. Этот малыш занял второе место на первенстве Украины среди маленьких багги. Александру Дариенко и маленьким спортсменам поручается поднять флаг соревнований.